Всем привет! Привет! На канале «Сестрицы в теле», я Света. А меня зовут Кристина. Две сестры, мы вместе худеем. Да, мы уже немного похудели. Да, ну... Ну как бы это не испортилось все. Потому что у нас вчера был жуткий зажор. Днем все отлично было, мы с Кристиком... Все наготовили. Да. Мы отметили в 3 часа дня. Мы... Обед у нас... Поздновато получился, не в 12, а в 3 часа. Ну, да. Потом Кристина ушла домой. Как... Не, мы с ней решили больше не ужинать, потому что у нас был насыщенный обед вместе с десертом. Мед же, сладости, получается. Вот мы наелись хорошо, прям плотно наелись. И я пошла домой. Мы с ней договорились на ужин, может быть, если кефирчика только попить. Ничего не предвещало беды. И тут у меня валялась эта складка, рекламка с пиццей и роллами. Васаби называлась. Зачем я ее занесла? Их на улице развешивают у нас в частных секторах. Скидывают. Я как-то закинула ей по пути. А я так что-то ей захотела. Ну, в общем, я заказала огромную пиццу. Но потом ее совесть, видимо, замучила. Ну, я, значит, у меня клянчила. Мама, а почему ты ничего не... Ну, такое все невкусное. Где торт, где пицца. Ну, я как бы типа для нее взяла. А сама, подсознательно ты знала, а взяла себя, сама, да? Большую, понимаешь, чем проблемка-то? С головой проблемка-то. Видимо, ты все равно, твоя внутренняя сущность лучше, просила эту пиццу. Лучше бы я Олаф заказала. Ну, пицца, потому что Яна попросила пиццу с рыбкой вкусной такой, с... Ой, как она была вкусная. Да. А почему я об этом говорю, как вы думаете? Ну, я ей позвонила, ну, она же большая пицца-то. Ну, она с мужем пришла. Мы приехали, по пути заехали, купили небольшой торт. Ну, как небольшой, обычный торт. Из этого всего я носила один кусочек пиццы и маленький кусочек тортика. Ой, девочки, ну, убивайте нас. А все остальное съели мы троем. Андрей что-то пиццу-то там маленько съел, кстати. Ну, он зато на торт, помнишь, набросился. Андрюха сладкоежка? Не, на пиццу он тоже два кусочка. Ну, да. Мы, короче, съели эту пиццу. Всю. И торт почти. И то с чаем. Мы хоть алкоголь не пили, а то бы еще и застой был. Просто мы в 8 часов начали это есть, и как раз до 10 сидели, телевизор смотрели, смеялись. И вот 2 часа мы бесконечно ели торт и пиццу, торт и пиццу. Мне что-то так стыдно. Тебе стыдно, Свет? Да. Вы знаете, я проснулась на удивление с таким чувством голода. Я вспомнила, что когда передала на ночь, я уже всегда просыпалась утром с жутким чувством голода. Я выпила 2 кружки воды, но мне ничего не помогло. И я вот этот съела завтрак все равно. Ну, я хоть полезный все равно. Яйцо, печенку и морскую капусту. Но мне так хотелось есть. Вот вчерашний сильный аппетит на ночь, он такой вот, такой вызвал эффект обжорства еще и утром. Но я утром не переела. А мне совесть мучает, я купила банку вот этого, как его, йогурта. Ну, не знаю, мне кажется, я обеда все равно буду. Не, ну я, видишь, позавтракала, но я думаю, если я попью только одну воды, то я сорвусь, начну бананы какие-нибудь есть. И все, и у нас и канал закроется, похудение у меня закроется, все на свете. Я буду сидеть и только есть. Не надо. Ну, один раз вали, все. Нет, ну я, видишь, завтрак у меня был великолепный. Ну, все, молодец, не надо уходить. Только я чувствую такую тяжесть теперь в животе. Прямо сейчас вот будем растрясать. Будем растрясать. На площадочке. Девочки, ну простите, ушла. Не смогла я, не смогла. И так, сука, терпели. Зато я с таким удовольствием ела эту пиццу. Это был у нас тупо слив. А мы приехали, ее как раз только принесли. Она была такая горячая. И представляете, вот эта семга внутри запеченная. И тянущий сыр. Ой, все еще вспоминаю. Так, все, хватит. Не будем больше. Сейчас опять побежим. Все. Вот рядышком пиццерия. Следующий зажор на Новый год только будет. Да. Ну или может чуть пораньше. Майские праздники. Все на шашлыки поедут. Ну шашлыка-то можно. Ну кусочек маленький, один шашлыка. Я думаю, можно. На завтрак я ем куриную вареную печень, одно вареное яйцо в смятку и морскую капусту. Капчаги
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. I'm going 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 crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going 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 crazy. 오늘은 너에게 내 마음을 고백할게. 내 맘을 받아줘. У нас Ирина задала к нам такой вопросик. Девочки, какого психолога вы слушаете? А другие девочки мне задавали вопрос, за что я люблю Веронику Степанову. За что ты любишь? Ну, за то, что она очень веселая. У нее... Она всегда очень хорошо пародирует разных там людей. И когда они психуют, и всякие, и кавказцев она очень интересно изображает. У нее так акцент изумительный, она хорошая она актриса. Она и женщин, и мужчин. И женщин, всяких пожилых ворчивых бабушек. Как будто она сам наклоняется, как будто превращается в эту бабулечку такую старенькую. Она на самом деле очень хорошая актриса. Ну да. И мне нравится, как она фильмы разбирает. И ты видишь прямо вместе с ней все эти подводные камни, что имел в виду режиссер в этом фильме, оказывается. Порой ты этого даже не замечаешь. А ты каких любишь психологов? Ну, сейчас я люблю слушать Денис Косташа. Ой, он прям... тоже юморист. Он такой юморной, и он именно о мужчинах рассказывает, ну и о женщинах, с юмором, правду прям, открывает глаза на мужчин. Вот что ты себе нарисовал, иллюзию какую о мужчине, да, что он принц на белом коне, а он вот правду прям разбивает очки твои розовые. И стеклышками вовнутрь, стеклышками, как Вероника Степанова любит говорить. И как-то становится после него все ясно, понятно, и все отлично становится. Что это все фантазии? Только твои придуманные фантазии именно самой собой. А, ну, еще мне нравится из таких и серьезных психологов Лобковского смотреть.
Ну, да, я, кстати, просто... вчера слушала. Прямо, ну, там, конечно, уже все просто фундаментально, серьезно. Я иногда могу даже заснуть под его видео. Но просто если уже лег и слушаешь, то можно заснуть. Его нужно слушать сидя, и ты тогда тоже разбираешь, все понятно, все ты проблемы. Ты под Веронику Степанову засыпаешь, Андрея, ну, скажешь. Мне нельзя просто под психолога ложиться спать. Я сразу же усну. Я как будто книгу читаю. Мне надо серьезно, когда с чем-то занято, слушать. Тогда я все внимательно каждое слово слышу. На обед у нас, Кристины, салат из свежих овощей, пекинская капуста, огурец, помидор, лук, кинза, базилик, укроп и по одному вареному яйцу и мандарин. На десерт у нас по одной маленькой запеканочке. Еще нам одна девушка задала вопрос. Добрый день, девочки, смотрю вас каждый день, хотела вас попросить, не могли бы вы нам рассказать цены на вашем курорте, что именно на море, что именно за море и когда у вас там бархатный сезон. Думала, может, в этом году съездить на ваше море, пишу из Алматы. Мы расскажем вкратце, потому что мы очень много раз говорили про море. Живем мы. Азовское море, Краснодарский край, город Ейск. Море, оно не глубокое, теплое. Подходит в основном для семейных людей с детишками. Да. Потому что на детском пляже совсем мелко у нас, где-то, ну, чуть выше по колен. По на городском глубоко, отлично. Ну, там, где уже взрослые купаются, да. И подростки, и молодежь вся, и волейбол играет. Ну, там взрослый пляж. Самое главное, оно тепленькое море, очень приятно. Когда у нас бархатный сезон? И бархатный сезон считается, что он в сентябре. Но, если честно вам сказать, местные жители ни на Черном море, ни здесь, на Азовском море, никто не купается в сентябре. Ну, мы просто вам правду самый расскажем. Самый пик – это июль. Самый пик – июль. Самый лучший. И август. Даже в конце августа… Середина августа. Уже немножко прохладненько водичка становится. Но это мы, так как избалованы горячей водой, теплой. Самый лучший месяц – это вот полный июль, полностью. Когда вы реально можете весь день провести в воде и не заболеете, будет очень тепло и комфортно. Да, это в июне еще холодно, ну так, терпимо, все как бы довольны, но для нас холодно еще. На улице уже плюс 30, плюс 35, все под кондиционерами уже дома, да. Жара, потом обливаешься, а море почему-то все равно… не такое горячее. Ну, по сравнению с Черным, оно уже очень теплое. Да. Все равно уже плюс 25 Черное градусов. В июле будет холоднее, чем у нас. Ну, потому что да. У нас мелкое, оно прогревается, естественно, быстрее. А насчет жилья. Мы же вам рассказывали совсем недавно. 1500 где-то стоит номер на 4 человек. Двое взрослых, двое детей. Это так в среднем. Конечно, есть 4 кровати. Есть VIP номера в гостиницах, там будут и по 10, и по 20 тысяч номер. Вы же знаете, это все любой каприз, ваши деньги, как выражение есть. В любой гостинице найдется такие номера, хорошие, богатые. Угу. А так можно и, мы уже говорили, что можно и у бабушек поселиться. Там подешевле. Подешевле. Студенты приезжают. Просто люди, которые просто переночевать приходят и на море гуляют. Там можно и по 300, по 400 рублей с человека за номер снять. И будет душ на улице, и будете кушать в беседке под виноградом. Ну, такой, кому нравится такой отдых. Мы замерзли с Кристиком, пошли попить кофе. К нам сейчас подтянется подруга наша.
нашел магазинчик. Света тут себе белое платье приглядела. Вот такое. Сейчас она померит. Может, джинсы. Не знаю. Что пока она нарядится. Может, тебе даже поменьше размер взять? Поменьше? Он великоват. Катюх, как ты думаешь, чем это носить? С лосинами? Да нет, можешь нет, так носить. Колготки. Шикарно, колготки, Света, шикарно. Тебе. А, как платье? Ты да. Сейчас. Ты чё? Ты эти колготки видишь? Мне кажется, слишком коротко. Нет. Мне кажется, да. Значит, это некомфортно, что ты не видишь. Мне кажется, она моложе так выглядит в этой в одежде. И нарядно, и молодо. Ну, спросим девчат у нас. Девочки, подскажите, Свете идет это платье? Мне кажется, слишком коротко. Ну, я думаю, может, с колготками-то будет не так. Сейчас как раз такая погода, что колготки одела и будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть поменьше размером. Так, ну это еще короче, ну, конечно. Совсем. Потому что если бы оно было оно более. Вот такое. Да, более длинное. Но оно сильно в обтяжку, конечно. Ну, мне хоть 20 лет было. Ну нет, это что. Да, конечно, конечно. Сейчас я еще раз то померю. С покупочками меня. Но я все-таки купила белое платьишко, которое побольше. Маленькое совсем в облипочку. Ну, тебе, то маленькое тоже очень слово. У тебя ноги высокие, длинные, красивые. Ну, там оно совсем каратюсенькое, ну, получается. Ну, если на что не наклониться, конечно. Ну, да. Не наклониться, чтобы не присесть. А это нормально, мне понравилось. Да, ты сразу же такая молодая в нем стала. Как будто тебе 20 лет. Ну. Да, надо еще худеть вообще. Ну, ты, конечно... Еще эсочку померяй и будешь вообще думать, что тебе надо худеть. Ну нет, до 50 килограмм. Ну худеть еще надо, мы к лету будем еще худеть и худеть. Ну это конечно. Ужин я ем тушеную пекинскую капусту с луком, зеленью, с яйцом и по помидора. На ужин майская капуста и 3 кусочка куриной грудки в кляре из яйца. Десять тысяч 992 шага. 15 тысяч шагов 520, 13 километров.